С 18 октября на Первом канале стартует новый сериал «Алиби». Главные роли супругов Решетниковых сыграли Евгений Стычкин и Ольга Сутулова, которые являются мужем и женой в реальной жизни. Сами артисты отметили, что поделились со зрителями многосерийного фильма и собственными семейными секретами. А Евгений вообще признался, что в этом проекте сыграл самого себя. Идея многосерийного фильма принадлежит продюсеру Александру Цикало. Идея пригласить в проект реальных супругов также принадлежит ему. По словам Евгения Стычкина, пробы они с женой проходили вместе, и после них стало ясно, что режиссер и продюсер нацелились на их творческую пару.